Мухаммад, он младший братишка, но... Но в гельбое он как будто старше становится. Да. Вообще, честно оцениваю, что это лучшее состояние Ивана. Делай это, пацан, делай это. Для меня это его первая победа. Так, ну что, Рамазан, вы как? Мы, хвала Аллаху, отлично. Сколько у нас осталось до боя? У нас часа полтора, да? Да, часа полтора. Все, вот разогрелись, все, уже готовы. Сейчас минут 10-15 посидит, потом борьба на руках. И еще один раунд 5 минут, и все, мы готовы к выходу. Угу. Как ты оцениваешь сейчас состояние магии спустя вот количество сборов, подготовки? Ну, отличное состояние, судя по спаррингам. Спарринг-партнеры были не слабее, чем Штюрков. Конечно, может быть, они пропорционально не соответствовали. Ну, в общем, ну, были кое-какие трудности со спарринг-партнерами. Ну, в общем, у нас вагаба были, очень много спаррингов с ним, с Яном Мотто и с Василевским. Я считаю их не слабее уровнем, чем Василевский. Но у каждого свои фишки, я посмотрел. Но я как бы выполнял работу Штыркова под него. Были моменты, я как бы превращался в Штыркова. Эти моменты делал, которые Штырков делает. Боковые кроссы, там, бэквисты. Чтобы Мухаммад их прочувствовал, как раз таки сейчас этот раунд будем делать после борьбы рук. Из всех соперников, которые были у Маги, как оцениваешь Штырков, насколько это... Я считаю, он один из самых сильных, точно так же, как и Фролов. Я считаю, зря его недооценивают многие. Я лично его очень серьезно воспринимаю, Штыркова. Я видел его бои, где он олимпийского чемпиона Сатоши Ищи нокаутировал. Намного здоровее себя с соперниками, которые огромными. С Джонсоном он хороший бой провел. Что не говорить, с Сильвой тоже хороший бой провел, который Бигфутом. Хоть говорят, там ровно, в любом случае ровный бой с Бигфутом провести, это дорого стоит. Значит, и тем более тогда Бигфут, я так считаю, он не был на таком спаде, как сейчас Бигфут. Он тогда еще был нормальный боец такой. Ну, вот так я могу сказать, что Штырков очень сильный соперник. А поражение на Муте я его вообще никак не расцениваю на 84, потому что он сгонял вес, он в первую очередь себе проиграл. То есть на такой вес согнать с такого. 93 более комфортный для него вес, поэтому мы его как и более опасного оппонента уже расцениваем в этом весе. Есть ли риски для Маги в том, что он пошел в новую, опять же, для себя весовую категорию в 93? Нет, он себя комфортно чувствует в этой весовой категории. На чемпионате России на официальный чемпионат России по ММА он там тоже 293 стал первым. Ну, они в финале делали. Ну, вы знаете, видели, да, чемпионат России, Рашидом Юсуповым они в финале попались. Так что он нормально себя ощущает в этой весовой категории. Даже лучше, чем 84 он себя проявит. Я так считаю. Мое мнение личное. Смотри, это видео выйдет уже после боя. Да. Вы будете бить или бороться? Вот я скажу так. Первый раунд у нас будет, вот Слава знает, первый раунд у нас на стойке начинается, больше обманных движений, больше финтов, дергаем, ну так я говорю, больше обманных движений, работа, но нужно прочувствовать, сначала нам нужно прочувствовать ринг, клетку, 20 секунд будет просто работать на ногах, больше финтов, а дальше уже по накатанной схеме, уже знает он свою работу, что делать, и плюс угол тоже слышит. Да, спасибо, Слава. Слава тоже, вот, хочу сразу сказать, Слава будет газовать. Это Слава это очень сильный боец, очень не я говорю, на самом деле. Ты пошел разбирайся. Я скажу, больше мне. Я пойду. Смотри, я скажу. Просто бывает полоса невезения у спортсмена. Не от того, что он слабее своих оппонентов и проигрывает, а просто вот. Ну, где-то мозг у него там неправильно сработал, где-то вот неудача. Это вот на самом деле я говорю, это вот про Славу.
Вот сейчас, я же говорю, я его расцениваю очень сильно, он там спарринги делает, он себя, ну, есть свои моменты, где он, мы знаем, что за моменты, а в общем, он способен я расти. Страшный, я на спарринге очень страшный, меня так бьют, что окружающие даже боятся. Не бьет его никто, он хорошо себя проявляет, просто есть моменты, даже у Рой Джонсона есть ошибки в спарринге, у всех есть, это, такого не бывает, со стороны людей поправляем, работаем. Слава газа нет. Я на самом деле, вот, можно скажу про особо дело. На самом деле, Рамазан, ну, мы с ним общались до приезда, но на самом деле, вот, не побоюсь этого слова, он гений. Гений. Ударной техники. Честно. Просто он может зайти в душ, мысль. Смотрю, его нет, но мы ждем, нам ждут внизу, там едем кушать после тренировки. Его час нету. А слушал. Если он там. То есть он отрабатывает, то есть у него столько, причем вот многие вещи, когда ты мне говоришь, которые от моей ошибки, ты как будто вот с языка снимаешь, ну, знаешь, как будто вот я сам понимаю них, но не мог их сформулировать, что именно мне не хватает. А он начинает говорить, когда мы с ним говорим, там это медленно, это не дело, что голова, то через вот эти моменты все, которые, ну реально, я знаю, что они у меня болезненные такие, он мне их прямо по полочкам расставляет, ну, когда, и мы их убираем. Когда есть угол, который тебе не подскажешь, ты знаешь, она не выходит. А когда ты угол говорит, направо, это сделай, делай это, постоянно делай это. Она в мозг уже ты хочешь, не хочешь, ты делаешь. Да, отростки ты это уже 100 раз отработал. Да. Рассказывай, да? Как ты настроен его сейчас? Так хорошо называли. Мухаммад, он младший братишка, но... Но в день боя он как будто старше становится. Да. Он старше, как будто старше, поэтому все вопросы через Мухаммада. Все, давай не отвлекай, Рамазан. Спасибо. Тебе тоже очень хороший журналист, супер журналист. Мне нравится все его эфиры. Смотрю, ставлю лайки, подписывайтесь на него. Смотрим. Сафонов. И на меня тоже зовут Сафонов. Руки выше. Все, руки выше. Как оцениваешь состояние Ивана сейчас? Вообще, честно, оцениваю, что это лучшее состояние Ивана вообще из его всех предыдущих боев. Тебе много есть с чем сравнить? Как проходила подготовка сейчас? Ну, конечно, мы же тренируемся постоянно вместе. Почти ко всем боям мы готовились вместе. И вот именно, что сейчас показывает Иван на тренировках, дай бог, он покажет это в клетке. И, ну, я думаю, это всех впечатлит. Что бы ты особенно отметил в его изменениях? Настрой, технико-тактическая подготовка. Что вот сейчас прям на пике? Больше отмечу именно технико-тактическую подготовку. Именно у него есть четкий план на бой, заготовки конкретно под этого соперника. И я думаю, ну, это должно сработать. Правда ли то, что у Вани сейчас более раскованное эмоциональное состояние, то, что у него не давит статус вот фаворита, как обычно это было в последнее время? Я, конечно, не могу сказать, что это точно вот на 100%, да, он себя более расслабленно чувствует, потому что очень большое событие, ACA – это, ну, один из ведущих промоушенов в мире, и это главный бой сразу, да, в новом промоушене. Тоже, ну, так и так давление есть, конечно, но... Все-таки он выступает сейчас не дома, не в роли фаворита. Наверное, ну, может быть, есть какое-то менее, да, такое сильное напряжение. Бой покажет, в общем. Так как видео выйдет уже по итогам боя, расскажи, бороться или бить? Ну, я думаю, бить, конечно, бить. Да, идти вперед, давить и бить. Ну что, желаем удачи и без травм. Спасибо. Я привык ко всему подходить с умом. И не важно, что я при этом делаю. Шаг на шахматной доске, удушающий или болевой прием, удар. Во всем важны детали и разборчивость. Движение за движением.
грубой силой ничего не решить, даже в ММА. Поэтому со мной люди и партнеры, которые смотрят на все так же. Bad Boom. Подходи к любимым видам спорта с умом. Кайфуешь от боя, Слав? Да, классный бой. Это очень остро. Последние 10 секунд первого раунда. Компромиссность, в принципе. Ой-ой-ой-ой-ой! Это явно никто не ожидал. Даже сам Ваня от себя не ожидал. Но зря он это сделал, сейчас. Пошел!
Следующий раз приезжай к нам готовиться, а не сюда. Я жду. Спасибо, надо же. Ты агрессивный же, что ты же всегда был на трассе. Однозначно. Приезжай к нам. Спасибо. Вечер. Он всех расслаблял. Я люблю такой подход со стратегией, в смысле такой мудрый подход к работе. Он всех расслаблял, со всех, с кем он работал, он расслаблял. То есть, естественно, он в Дагестане тренируется, пробиваешь так, что, как он там. И слушай, и в один голос мне говорит, блин, да он там, он, короче, вообще мертвый. Барбин мертвый, короче, все душат его. Стойки не может, он задыхается, не может дышать. Слушай, а я думаю, ну не может быть, вот все вот так настолько. И я говорю, Рамазан, по-моему, мне нельзя расслабляться. Ну, последний раз, когда я вот такой разговор, на такой разговор расслабленно вышел, это был Анатолий Токов, я допустил ошибку, проиграл. Я говорю, я чувствую, вот что-то изнутри мне говорило, блин, а ну настройся. Я проделал большую работу, и в конечном итоге я хочу сказать, он хорошо дышит, он хорошо борется. Стоит от борьбы хорошо. Хорошо бьет, чувствует дистанцию. Очень плотный удар. И при этом умеет придерживаться работы геймплана. То есть плана на бой умеет придерживаться. Я слышал его угол. Если бы я не понимал по-русски, скорее всего это зашло бы. Потому что он говорит, так, пробивай корпус. А ну так, бага, держи корпус. То есть это было круто. Я хочу поздравить. Я хочу сказать, это его, я считаю, для меня это не поражение Ивана Штыркова. Для меня это его первая победа. И хочу сказать, эй, ребята, 93 килограмма, не расслабляйтесь. Не расслабляйтесь. Даже когда вам скажут, что он слабый, вот вам интервью. Очень сильный парень, очень зараженный, будьте готовы. Ваня, спасибо тебе за шикарный бой. Маня, спасибо. Я спасибо, думаю, это бой вечера. Получилось. Give me my money. Да, yeah. I want money. Произошли вещи, которые я не ожидал, которые стали сложными. То есть бой стал для меня сложным. А все равно ты издалека понимаешь, что вот это, когда ты говоришь слабый, а он во всех аспектах слабый, все равно это где-то оно закладывается в тебе. Да, ты все это отбрасываешь, так нет, мне нужно быть сфокусированным. Но все равно она вот где-то, она в тебе уже сидит, вот эта расслабленность, знаешь, ты думаешь, да, на самом-то деле он во всех аспектах послабее меня. Сложнее переводить его, чем Александра Емельяненко? Послушайте, тут... Конечно, сложнее, но перед тем, как свалить Александра, я был более эффективен в стойке, чем нежели здесь. То есть я Александра прежде потряс в стойке, а потом перевел. А он не был потрясен. Если бы Иван был потрясен, не исходите из того, что я повалил Александра Емельяненко. Исходите из того, что я потряс его, а потом повалил. То есть уже ноги ватные, чуть-чуть все ватное. Вот. И был активен я, то есть более эффективен там в парке. А здесь я его не потряс как бы, и мне пришлось работать с этой... Он же очень мощный парень, он очень сильный. Ты проходишь, он не потрясен, он четко хочет, чтобы его не повалили. Но оказалось функционально, что ты почувствовал то, что он подсел. Так был? Я же тоже подсел. Мы оба подсели. Здесь уже работала другая сторона. Я тоже тяжело, мне послушайте, его пытаться его валить там и так далее. Ты бьешь ему, а он ставит эти свои, да, большие так, руки, знаешь, ты и все это руки проглотили, и он потом выглянул такой. Но, так сказать, когда человек такой мышечный, такой мощный, его тяжело пробить через сквозь его защиту. Мне приходилось бить под ухо туда, я уже... Мне нужно было... По-моему, один раз он поплыл. Мне так показалось, мне нужно пересмотреть. По-моему, один раз он поплыл, я уже бил снизу. А потом думал, да ну тебя нахрен, давай еще раз с ног попробуем. И опять залез я сюда. Ваня непростой, не слабый парень. Слушай,
хватит это писать, вы в этот натуре вы выглядите глупо, кто пишет, что он, вообще шансов нет. А как шансов нет? По-моему, у него было более шансов, чем у многих со мной в противостоянии. То есть я считаю, это было конкретное противостояние. Однозначно. Я не доработал. Этого раунда не будет. Посмотри, что ты с моими руками. Что с моими руками? Ты что, железнешь? Что, железо съел? Ты когда это делал-то, что ты? Ты железо съел, скажи нам. Что это такое? Я не понимаю, как я вот так поразбивал руки, скажи. Бей послабее, пожалуйста. Как поразбивал руки? У меня там где-то что-то хрустело. Я думаю, как я поразбивал руки? Ашалет, ты очень крутой год. Я же говорю, не знаю, знаешь, для меня победа. Я очень рад, что так это произошло. Что, ну, все же, как тебя привыкают? Есть определенный момент, где нас, меня тоже я попадал под ситуацию, где на меня большое давление оказывала публика. И вот когда я лежал и представлял наш бой, я представлял так. Туф, Иван такой, туф, ну, например, вот так. И мне так не по кайфу, но я думаю, нет, это не то. И у меня, знаешь, надежда, что теперь вот я представляю, туф-туф, затяжная такая, таш-туш-таш-таш рубня, и в конце мне поднимают руку, я так представляю, думаю, да, вот так зайдет. И знаешь, что самое главное зайдет? Что эта затяжная война закрывает вопрос, Штырков не дышит. Также я надеюсь, сразу перекрывает, поймут, сразу перекрывает, Штырков не дышит, Штырков не конкурентно способный, потому что ты, я проехался, ну, по... Так грубо это звучит, но, скажем по-другому, я деклассировал Александра Емельяненко. Я победил Фролова, победил, да, Василевского. Я понимаю, меня, как большой, большой багаж ты газанул, то есть на туда, где нет вариантов, как я люблю. Вот сейчас, когда говорят, нет вариантов, мне хочется туда залезть. Mm-hmm. Ты, да, туда, да, залез и дал жесткий бой. Отвечаю за слово, мне было очень тяжело. Я дышал, терпел, один момент. Я думал, как пережить мне, как мне вот сейчас нужно доработать. Ну, то есть мне пришлось очень подумать, очень много, очень сильно потрудиться. И все-таки я думал, это раздельное, наверное, решение. Потому что по ощущениям, мне показалось, это раздельное, наверное, сейчас скажут. Так, сяк, уверенно разделенное решение, но не единогласное. А тут единогласным сказали, но мне плевать было. Я знаю, что для тебя это в данный момент победа. Бомба, вот такой момент. Бомба. Так что, тебе спасибо, Маня. Это общая победа. Как я уже сказал. Это хороший бой. Даже говорил. Крутой. Ты что ты понимаешь, ты со мной так типа, ого-го. Нет, так а что? Знаешь, такая серия заходит. Да, ты баба такой, ого, ничего себе, типа. Ваня мне, я говорю, ну да, говорю, что. Ты мне помнишь, пробил, ты раз попал. Я такой, хорошо. А потом я ее перекрыл. Да. А я тебе потом тоже попадаю, ты мне раз. По животу один момент, на, по животу. Я говорю, а, неплохо, Ваня, неплохо. Вот, чуть-чуть. Слушай, ну мы сегодня кишки нашли, почувствовал. Нашли, я считаю. Отвечаю, бомбовое противостояние, бля, очень. Вот очень, про что я говорю, жизнь хорошо продолжается после всех боев, разговоров. Вот про что я говорю. Шоу составляющее, конкурентный бой, это... Короче, так сказать, обломали немножко, да, определенных, да, людей, чуть-чуть обломали. Ну, чуть-чуть бывает, бывает. И когда я зашел в клетку, они что там, шашки играть будут, бой-то вообще будет, там договорняк нам писали в комментариях. Я говорю, Мишань, сейчас, короче, я магу выигрываю. Это очень крутой боец. Я не знал, что я так потянул борьбу, ну реально. Что ты хочешь дальше? Это такая проверка, братан. Это такой стимул. Дать ему в башку, чтобы он тоже почувствовал. Никакого говняного трештока вонючего. Это начало Ивана Штыркова теперь, как, да, ты считаешь? Вот отправная точка.